Нет, мы не начали продавать книги. Сегодня в нашем видеообзоре очередная шкатулка. Шкатулка-тайник. Она просто сделана в виде такого томика. Наверное, томика, посвященного религии. Почему тайник? Потому что вот внешне очень сильно похоже на книгу. И вот эта обложка, кстати, отделана шелком. Очень приятная на ощупь. Внутри выглядит вот таким вот образом. То есть достаточно объемное пространство, чтобы положить сюда все свои сбережения, практически все. Или что-то ценное, что может вам понадобиться в любую минуту. Замочек здесь магнитный, вот такой вот он миниатюрный, но работает как, видите, как часики. Вещь очень удобная. Ставите куда-нибудь на книжную полку среди других подобных книг. И я думаю, что вот такая вот шкатулка в виде книжного томика может сослужить вам добрую службу. В общем-то, заходите, у нас шкатулок всяких неимоверное количество. Я думаю, что побродив по нашим витринам, вы обязательно подберете для себя шкатулку по вашему вкусу. Спасибо.